Рано утром 20 декабря 2019 года 14-летний Харли Дили ушел в школу, и больше его никто не видел. Отец обратился в полицию только на следующий день, ближе к полуночи. Через месяц активных поисков сотрудники полиции проверяют пустующий дом рядом с домом семьи Дили. Там их ждут странные находки. Возможно, Харли хотел проникнуть в пустующий дом через дымоход, прогуливая школу. Скорее всего, подросток предполагал, что внизу дымоход заканчивается камином и имеет выход. На деле дымоход не использовался и был замурован. Размер кирпичной трубы был чуть больше листа формата А4. Комплекция Харли позволила ему протиснуться вниз, естественно, с определенными затруднениями. Рост подростка 144 сантиметра, вес около 43 килограмм. Он застрял в замкнутом пространстве дымохода. Подросток боролся за свою жизнь, но шансов у него, к сожалению, не было. Страшно представить, что испытывал Харли в последние 8 часов своей жизни. Дело было закрыто, и смерть Харли Дили признали трагическим несчастным случаем.